Чтобы научиться правильно произносить звуки, нужно долго и упорно работать. Но для воспитанников детского ясли-сада номер один это не составляет труда. Каждый день они вместе со своими родителями и педагогами работают над своим произношением и показывают отличные результаты. Воспитатели же, в свою очередь, решили отблагодарить своих послушных учеников за успехи тематическим праздником. Мы сегодня решили устроить день рождения для звука Ш, потому что наши ребята, которые занимаются на пункте коррекционной педагогической помощи, подружились с ним и научились его произносить. Ну, для этой буквы мы ежегодно устраиваем праздники, планируем также еще для звука Р в конце года провести праздник, вот, чтобы показать, какие наши ребята молодцы, каких успехов они добились. Сам процесс обучения сложных звуков в детском саду номер один всегда проходит весело и интересно. Но, как и у любых специалистов, в детском саду есть свои секреты. Помимо разминочных упражнений, которые воспитатели проводят каждый день с детьми, одним из эффективных способов они выделяют пение песен, в которых содержится наибольшее количество сложных звуков. Проведение таких праздников дает возможность детям не только научиться правильно произносить слова и раскрепостить себя, но и показать, насколько важно для малышей видеть свои успехи.